19 августа мы опять пришли под офис президента напомнить о том, что мы ФОПы не сдулись, мы 9 месяц стоим на Майдане, чтобы Украина процветала, чтобы каждый человек мог начать и работать или продолжать в малом бизнесе. Мы сегодня опять перекрывали входы, но, к сожалению, лесопедный батальон промчался мимо нас. Очень жаль, что за 8 месяцев у президента, у Верховной Рады нашлось время решить снижение налогов для игорного бизнеса. 2 дня они обсуждали кулечки, это все нужно. Теперь они даже права животных успели защитить, а нас они упорно не замечают. В эту субботу возле Майдана Незалежности пан Кличко пришел посмотреть на инсталляцию и сказал, что она не это. Но человек, который во власть вышел с Майдана, не нашел внимания 2 шага сделать к нам, ФОПам, где мы стоим уже 8 месяцев. Идет Мендель-2. Сейчас мы его... Ребята, Мендель-2 идет.